Муравляне выбирают добро. Сегодня в 33-м регионе проходил единый день добровольческой деятельности. Были подписаны сотни соглашений о сотрудничестве. С волонтерами разных поколений в Муромском пансионате познакомилась Елена Петрова. Здравствуйте, девушки! Антонина Еремчук и Ирина Шубникова регулярно навещают своих подопечных. Несмотря на занятость, у каждой по 4 внука. Серебряные волонтеры, так называют людей зрелого возраста, по зову сердца взяли шество над одинокими женщинами. Спасибо за то, что вы находите время, приходите, вот, интересуетесь, как мы живем. Восполнив дефицит общения у пожилых людей, к которым редко или совсем не приходят родные, добровольцы теперь и сами не знают, кому больше приносят радость подобные встречи. После первого посещения у нас, знаете, прям какая-то эйфория была. Здесь столько добра, столько тепла мы получили от самих этих людей, которые вот одинокие, немощные. Вот два человека, которым посещаем, они вообще инвалиды, лежащие. Вот. Но от них такое тепло, такое озарение какое-то, свет такой, доброты, что мы теперь вот все время ходим, и мы от них получаем, мне кажется, мы от них получаем какую-то энергию, какое-то добро. Богатейшие традиции, которые имеет добровольчество в нашей стране, шаг за шагом набирают былую силу, считают священнослужители. Заботу о ближнем превыше любых материальных ценностей все чаще выбирает и молодежь. Мы их очень ценим и очень рады всегда их принимать в храме для того, чтобы нам оказать тоже помощь. Потому что священнослужитель и часто прихожанами храма являются не очень молодые люди, а молодые силы, молодые свежие силы, они нам просто необходимы и нужны. Областная благотворительная акция «Мы выбираем добро» объединила разных людей в едином стремлении оказать помощь и поддержку гражданам пожилого возраста и инвалидам. Нам помогает наша Муромская земля, наша святая Юлиания Лазаревская, которая действительно была родоначальницей добровольческого движения у нас. Мы дружим с медицинским колледжем, радиотехником, со всеми нашими муромскими институтами. Нам помогают просто люди с добрым сердцем. Мы очень тесно сотрудничаем с нашей Муромской епархией. Популяризировать благотворительность, сделать деятельность волонтеров более престижной, повысить общественную активность жителей. Во время торжественной встречи, открывшей в Муроме год добровольца, истинным волонтерам, зарекомендовавших себя многолетним трудом во имя добра, были вручены благодарственные письма. Елена Петрова, Олег Сиротинский, новости Муром.